В этом видео рисования по клеточкам мы нарисуем две морожки. Начнем рисовать мороженое с палочки серым цветом. Рисуем 4 клеточки. 1, 2, 3, 4. И сразу же около них добавляем еще 4. 1, 2, 3, 4. Теперь берем бежевый цвет. Рисуем 8 клеточек. Сначала 2. И добавляем по 3 влево. 1, 2, 3. И вправо. 1, 2, 3. Сначала я нарисовал 2 клеточки, чтобы не ошибиться и нарисовать все 8 по центру палочки. Добавляем еще один ряд на 8 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Меняем бежевый цвет на розовый. Добавляем ряд 8 клеточек сверху. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну и еще 6 рядов нам нужно нарисовать по 8 клеточек. Всего у нас получилось 7 рядов по 8 клеточек и 2 ряда по 8, тоже по 8 клеточек бежевым цветом. Дальше продолжаем рисовать розовым, рисуем 5 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, никуда не смещаясь. 5 нарисовали, 2 пропускаем и еще одну нарисуем. Дальше на следующем этапе смещаемся на одну клеточку вправо, рисуем 4. 1, 2, 3, 4. Одну пропускаем и рисуем еще одну. Рисовали и заканчиваем эту морожку первую. Еще раз 4 клеточками. 1, 2, 3, 4. Поднимаемся на один ряд вверх, тоже смещаемся вправо и рисуем 4 по центру. Здесь я оставлю не разукрашенными 3 клеточки. Вы добавите сюда любой цвет, который вам нравится. Или точно так же, как и я, оставите эти клеточки пустыми. Для этого рисунка мы использовали розовый, бежевый и серый цвета. Переходим к рисованию второй морожки. Чтобы нарисовать еще одно мороженое по клеточкам, нам понадобится чуть больше цветов. Тот же серый, зеленый, желтый, оранжевый и красный. Начнем рисовать точно так же, как и здесь, серым цветом. Рисуем 4 клеточки. 1, 2, 3, 4. И сразу же здесь точно так же справа 4 клеточки. Берем зеленый. Опять же, как и здесь, рисуем
8 клеточек по центру, сначала 2, чтобы не ошибиться. И на том же ряду 3 влево и 3 вправо. Добавляем второй ряд. 8 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Меняем зеленый цвет на желтый. Нам нужно нарисовать желтым цветом 3 ряда по 8 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И третий ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На следующем этапе точно так же 3 ряда по 8 клеточек, только уже оранжевым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну и закончим рисунок красным цветом. Сначала нарисуем еще один ряд 8 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше 6. Слева и справа по одной пропускаем. Получается 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И 4. Точно так же пропускаем слева и справа по одной, получается 4. 1, 2, 3, 4. Если подключить немного фантазии, можно таким образом нарисовать очень много мороженых по клеточкам, используя разные сочетания фломастеров. Спасибо, что рисовали вместе со мной. Напишите в комментариях, какое мороженое вам понравилось больше. Мне почему-то кажется, что именно вот это мороженое, второе, вам понравится больше всего. Но в любом случае буду ждать ваших ответов в комментариях. Подписывайтесь, ставьте лайк и до следующих видео.